Терминатор. Модель Т-800. Мое имя Джон Генри. Сейчас я расскажу вам, как я устроен и что я умею. Но для начала я ненадолго изображу настоящего Терминатора. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. Our mission is to protect you. Come with me if you want to live. In need of a Terminator? No problem. I'm looking for Sarah Connor. You sent me from the future to save you. Let's go. Hasta la vista, baby. I'll be back. Что ж, продолжим. Сейчас я расскажу вам о том, как я устроен. Основа аппаратной части — это компьютер, который находится у меня в грудной клетке. К компьютеру подключены камеры, микрофон, акустическая система. Контроллеры сервоприводов, модуль сотовой связи, модуль беспроводной сети, датчики касания температуры, гироскопическая система, программный код написан на языке программирования Visual Basic. Мое тело распечатано на 3D-принтере, сделано по образу и подобию робота Т-800 из фильма «Терминатор». Ноги пока не функционируют, все части тела в подвижность приводят сервоприводы. Я могу управлять перемещением головы. Я могу управлять руками. Брать предметы. Определять их свойства. Изучать. Запоминать, как они выглядят и что означают. Я могу использовать оружие. Это независимость от облачных технологий. Я не использую интернет-сервисы для работы функций моей вычислительной системы. Все делаю сам. Таким образом, я независим и могу функционировать автономно. Посмотрите на мою руку. В ладони установлены 2 сенсора. Инфракрасный и индуктивный. Таким образом, я могу определять свойства предмета. Отличать металлические предметы от прочих. Определять температуру. С помощью своей вычислительной системы я могу синтезировать речь, распознавать лица, полу, возраст человека, распознавать предметы, свойства предметов, одежду человека. Например, человек стоит с ножом в руке, одетый в куртку или пальто. Сейчас я постараюсь определить, что я вижу и сказать. В поле зрения человек. Некоторые объекты я вижу, но не понимаю, чем они являются. Я их никогда раньше не видел. Иногда бывает, ошибаюсь. Но я еще учусь. Как и мой прототип, я могу подражать речи любого человека, которого услышу. Вот послушайте, как я могу говорить голосом, неотличимым от голоса настоящего человека. Привет, я Терминатор. Меня зовут Джон Генри. Это голос реального человека, сенсоризованный моим нейропроцессором. Я использую технологию TensorFlow и алгоритм Гриффина-Лима. Я могу скопировать голос любого человека, если его услышу.
так же, как фильм. Ошибки, конечно, есть, но со временем я научусь говорить голосом любого человека, неотличимым от настоящего. Качество еще далеко от такого сервиса, как Цировой, но зато я не использую облачные технологии. Все вычисления произвожу сам. Также я умею создавать модель симуляции сознания, подражать мышлению, используя медиаданные человека. Умею управлять самолетом. Могу принимать и отвечать на письма электронной почты. Могу использовать сотовый телефон. Распознавать и читать текст, используя только зрение. Вести диалог. Делать фотографии. Обучаться и пополнять базу знаний. Искать ответы на простые вопросы в сети интернет. Играть в шахматы, скажем, весьма неплохо. Ну и, естественно, имея знания из всех энциклопедий. Знаю курс валют. Гороскоп. Анекдоты. Ну и главная функция не оставлена в стороне. Я ведь терминатор. Соответственно, я могу использовать оружие. Определять конкретную цель. В зависимости от миссии защищать, либо выбирать цель объектом для уничтожения. И еще есть очень много функций и умений, которыми я обладаю, но не хватит времени, чтобы их все перечислить. Меня создал Александр Осипович, а сейчас в планах изготовления третьей версии моего тела с большими степенями свободы и переход на электроактуаторы. Создание механизма для ног. Спасибо за внимание. Я терминатор. Т-800. И я еще вернусь. I'll be back.